Программе «Голубой флаг» 30 лет. С тех пор, как она вышла на европейский уровень, добровольную сертификацию прошли более 4000 пляжей. В этом году за отличительный знак качества в международном каталоге борется и Сочи. За последнее время специалистами Роспотребнадзора было взято 1400 проб морской воды, и каждая соответствовала нормам. А значит, уже одно из главных требований для получения голубого флага выполнено. Всего же в программе 33 критерия. Объединены они в группы: качество воды, средства безопасности, экологический менеджмент и экологическое образование. И если в плане безопасности все четко, то над внедрением раздельного сбора мусора нужно еще поработать. Отдельные контейнеры для бумаги, пластика и стекла стоят не везде. Необходимое оборудование мэрия приобретет в итальянском Римине. Наша задача и по городу перейти исключительно на раздельную уборку. Ну а пляжная территория – это кровь из носу. Вот надо сделать так, чтобы начинать эту культуру с пляжных территорий. Для нас и для нашего курорта Сочи это очень важно по той самой причине, что сегодня иностранные туроператоры, в частности туроператор ТУИ, который самый большой в Европе, вот, они сами изъявили желание, в общем-то, отдыхать на курортах Сочи, заявив о том, что как бы сегодня ни Испания, ни Турция их не устраивает, европейского туриста, и они хотят Сочи. Позаботиться нужно и об экологическом информировании. Цель международной программы «Голубой флаг» – создание комфортных условий человеку при условии сохранения экосистемы. А значит, арендаторы должны хорошо подумать и над вопросом, как оборудовать пляж. Пока же в этой части благоустроены не все набережные. В основном это касается отдаленных пляжей в Лазаревском районе. У нас есть недоступные пляжные территории, не хватает инфраструктуры. Мы сейчас готовим стратегию на эти пляжи, в комплексе их развить. Сделать дорогу туда, сделать инфраструктуру, стоянки, какой-то объект общественного питания, безопасность. В Сочи 190 пляжей, из них 81 муниципальные. Все они должны соответствовать мировым и экологическим требованиям. А чтобы арендаторы понимали, что от них требуется, с ними встретилась Галина Цветкова. Она является национальным оператором международной программы добровольной сертификации пляжей и марин «Голубой флаг». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.